На Ридерской ТЭЦ не будут производить кокс. Обещание дал новый владелец электроцентрали. Горожане, кстати, были категорически против строительства экологически вредного объекта. На ТЭЦ сейчас и без того хватает проблем. Долги за уголь, мазут и ремонтные работы только растут. Повторно введенный режим ЧС тоже до сих пор не сняли. Новый хозяин пока не вложил ни тиена в проблемное предприятие. Комментарии нового руководства ТЭЦ. Она лишь четко везде сказала, что строительство коксового химического комбината не будет. Никаких официальных заявлений по строительству данного комбината к нам не поступало, то есть никакой переписки по этому поводу с нами не было. Все идет со слов нового руководства ТЭЦ. Однако, отказавшись от кокса Хима, новый владелец выдвинул очередное условие. Он просит повысить тариф на тепло. Якобы эта мера вынужденная, но она позволит накопить средства на ремонт станции. Горожанам и властям новое требование явно пришлось не по душе. Ну, насколько я знаю, что и мы будем настаивать на этом, что все-таки для населения, чтобы повышения тарифов не было. Для юридических лиц, возможно, повышение будет.